Конкурс на лучшую маску провели в Нижнем Тагиле осужденные женщины, содержащиеся в ИК номер 6 и колонии-поселении. Креативные маски девушки изготовили свободное от работы время. Они успешно шьют различные изделия, выращивают овощи на сельхозхозяйственном участке, занимаются животноводством. Победители были выбраны общим голосованием и в качестве приза получили художественные фото. Отметим, что за два последних месяца в свердловских колониях шили 1 640 000 защитных масок, тысячи противочумных костюмов, произвели несколько десятков тысяч респираторов для органов дыхания. В Екатеринбурге запустили акцию «Доктор, теперь вы к нам», участие в которой уже подтвердили известные культурные площадки. Так пустующие пока музеи, галереи и театры хотят поблагодарить врачей, медсестер, санитаров и другой медперсонал за борьбу с пандемией. К акции присоединилась 21 площадка, в их числе Ельцин-центр, Главный проспект, Синара-центр, галерея «Юралвижн», музей истории Екатеринбурга и музей ЗО. Для участия в акции медработникам, занятым в борьбе с COVID-19, на сайте акции нужно оформить сертификат. По нему можно будет бесплатно посетить до 6 мероприятий на разные даты в разных учреждениях культуры. За прошедшие сутки на Среднем Урале выявлено 233 новых случая COVID-19. Лабораторный диагноз подтвержден у жителей 13 городов и районов региона, в том числе 208 в Екатеринбурге. Всего в области зарегистрировано 9558 инфицированных. Из них коронавирус унес 50 жизней. Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое. В их числе 36 на аппаратах ИВЛ. Из больниц выписан 91 человек. В общей сложности уральские медики поставили на ноги 4235 пациентов.